Доброе утро, дорогие друзья. Запишу сегодня видео про баню, сауну. Вчера ходили в сауну. Бани, к сожалению, у нас нет поблизости. Сейчас покажу вам пейзаж. Видите, какие склоны, горы, какая красота. Парились 2 часа. Какие, сейчас скажу, такие основные аспекты для желающих начать париться в бане. С потом очень много уходит токсинов, грязи, соли и так дальше. Мочевины, аммиака и так дальше. Так что рекомендую в баню ходить хотя бы раз в недельку в хорошей компании. Алкоголь не употреблять в бане, чай, мед. Что еще? Перед первым заходом можно ножки пропарить. И перед каждым заходом желательно обливайтесь водой. Проточной водой, там душ, в идеале холодной. Намного проще будет сидеть и намного легче вам будет париться, и потоотделение будет намного лучше. Так, что еще? Что еще? Веник, да, веник — штука сильная. Рекомендую, ну там, в перчатке, в рукавичке, чтобы тот, кто будет веником парить, чтобы руку себе не обжег. Для начала 5-7 минут, не больше, в парилке температура до 100 градусов. Что еще? Ну, я предпочитаю проточную воду. Мне лучше там набрать ведро воды, или там в речке. Ну, если речка, то, конечно, в идеале можно и в речку, снегом обтереться, в озеро. Но если там где-то помещение, бассейн, ну, мне больше по душе облиться с душа холодной водой или набрать какое-то ведерко и окатить себя холодной водой. 3-4 захода по 5-7 минут. Ну, в принципе, пока все. Там что-то вспомню полезного. Да, дальше потом в следующих видео расскажу, как делать медовый массаж после бани, как обтираться горчицей, горчичным порошком. Ну, много таких секретных вам старославянских военных практик расскажу, покажу. Все, всем спасибо. Вопросы пишите под видео и до новых встреч.